Родить здорового малыша мечтает большинство женщин. У одних получается сразу, другим же приходится подождать или воспользоваться достижением современной медицины. Как утверждают врачи, после года попыток зачатия паре необходимо пройти обследование. Бывают случаи, когда врач-репродуктолог советует прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. До 2013 года ульяновцам приходилось ехать за мечтой в клинике Москвы и Санкт-Петербурга. Но вот уже на протяжении 6 лет в нашем регионе практикуется бесплатное ЭКО. Для этого пациенту нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В женской консультации проводится полное обследование супружеской пары, и пациентка направляется на комиссию Министерства здравоохранения. Комиссия выдает направление на проведение программы ЭКО совершенно бесплатно. Процедура входит в обязательное медицинское страхование. Она выполняется специалистами «Альянс Клиник», партнера родильного дома «Насурова». Стоит отметить, что расходы на обследование перед процедурой также покрываются средствами регионального бюджета. Аппараты для диагностики используются современные, а это значит, что врачи имеют полную картину пригодности генетического материала. В Ульяновском центре ЭКО даже есть прибор, который решает проблему мужского бесплодия. При изобретении этого аппарата проблема тяжелого мужского бесплодия была абсолютно решена. Принцип аппарата в том, что сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки, и мы получаем оплодотворенную яйцеклетку, культивируем и получаем эмбрион. Услугу можно получить 2 раза в год интервалом в 6 месяцев. Как утверждают специалисты, возрастных ограничений нет. Создание условий для повышения рождаемости – это одна из ключевых задач нацпроекта «Демография». Доступное ЭКО может заметно увеличить прирост населения. На 2019 год в клинике запланировано 450 циклов зачатия. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.